В экономическом календаре понедельника в 18:00 в США опубликуют данные по продажам на вторичном рынке жилья. Этот показатель помогает оценить силу рынка жилья в стране, а также общее состояние экономики США. Показатель ниже прогнозов приведет к активизации продаж американской валюты. Самые важные новости рынка Форекс смотрите в информационных выпусках от Maxi Markets. Оставайтесь с нами.